Всем привет, игроки, мы продолжаем. Господи, мы говорим с этой сучкой, мы говорим с Пашаком. Так, эти там, помойся. Под горячим душком, там, зимой, на улице, так. Кушай. Кто хочет еще жрать? Ты тоже иди жрать, типа, нет, жопу огонь. Короче, там уже нет туда. Таран. Ничего. Пожалуйста. Так, сколько изучил? Ого, три. А ты, ой, одну слабак. Ладно, у меня уровень больше. Поэтому иди посмотри, да. А, он еще учит, да иди в жопу. Тебе больше не надо. Воспользуйся быстро. Пользуйся и почисти. Чисти, 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 чисти. И спи. Потом починит Симов, ему же надо. Давай, сейчас будешь делать, грязно делаю. Так, работки. Обязательно еще. Журналистика. Разведка. Мистика. Храм. Наука. Говно. Давай, нарвай. Ну, у него мало досуга, вряд ли повысит. А ты можешь покорить, порисовать. А, ты с тобой, кстати, все нормально. Ты можешь. Пиририн. А, дальше, давай, дальше. Давай, дальше, вот дальше. Спасибо, как отдыхает, порисует квартиру. Че это там? Ладно. Ладно, достаточно терпения. О, название книги. Такое. Так, какую я книгу напишу? Как записывать видео в школу? Ладно, как записывать видео? А вот, но... Номер один. Качаешь Бандикам. Номер два. Пишешь Лецклейщики. Автор. Иголка. Все. Это звонит, кстати, насчет моей книги. Сразу же звонит. Сейчас получится и книга просто шедевр. Видите? Сразу получил шедевр книгу. Да что ли, она даже не может написать ее. Оп, видите, даже есть. Книга издана. Великолепно, моя новая книга пользуется успехом публики. Ну, конечно. А вы что думали? Давай, забирай, ставим еще. Ну, пока не работаешь, можешь написать еще одну книгу. Писать роман, вроде книгу, так. Вот такой отличный сюжет. Идем в квартиру. Все время связано с квартирой. Идем дальше. Встречаем сумоиста. Нет. Так, едет. Так, ладно. Идем в квартиру. Там взрываем просто бомбу-вечеринку. Приходят. Полицейские всех арестовывают. Так, обложка. Фу-тш. Детектива, типа. Все. Опять суперский сюжет. Записывайте. Сергей Симонов. Нет, не может. Он, извините, он занят. Он не работает, поэтому он... А что? Ага. О, повысили. Звука не ватере есть. Летчик. О, летчик уже догоняет Симонова. Три Симонова. А, технику нужно изучать. Сейчас живи. Помойся. Тоже изучать технику. А ты что? Не знаю. Что давай? А, он почти изучил.
чуть-чуть не хватило силы. Оп, все. Все, все. Все, кстати, сейчас будет. Сейчас будет хоп. Один до старости. Так, Симонова отпразднуем, а Толяна нет. Прости, Толян. Жизнь жестоко несправедлива, надо такой вот красивый. Тортик. Собираемся все, даже я отвлекусь от книги. Давайте все собираемся. О, подождите. А, вот Симонов уже такой. О, юбочка красивая, Симонов, спасибо. Нет, никому зарастать не надо. Кушай. Я чужая тоже пожалею. Да. Ну ладно, Толян, чё ты? Чуть-чуть переешь. Для тебя это не страшно. Так, я еще не нажался. Симонов тоже. Потому что он мало, типа, удаляет жажду. Жажду голода. Всё, перебирайся. Кстати, Роман, двинал дальше. Так, отличный интерес к новой литературе. Жопу, вот этого туша. А тут даже 8 больше. Сколько мне там интерес? Изи разою. Буду просто великим писателем. Блянчик такой, мяу, мы это же не отпразднуем. Они, наверное, не грустят. Ну да, они не грустят. Да что тут? А тут он рад своей жизни. Жизнь дала, ура. А Толян будет не рад, когда он тут растает. Так. Сейчас нужно сделать, чтобы он был рад своей жизни. Так. Где? Блин, извините, что? Поиграйте. А, блин, пропало. Ладно, значит, поговорить. Рассказать об увлечении. Об этой дальше. О, ну почти рассказать об увлечении, но это не то, Симонов. Путаешь. Поговорить, рассказать об увлечении, давай. Симонов, ты не умеешь меня слушать. Так, посмотреть кино, быстро. Сходи. Сходи кино. Мне нужно, нельзя, чтобы Толян был несчастным. Иди смотреть кино, быстро. Смотри. Так, это не кино, перечислить какие-то. Здесь кино, улица. Воооо. Наполни, а, выключить. Так, а, книгу он там пишет. Может, в принципе, когда он устанет. А, умирать голову, я уже насыпал. Не держи. Все, пожалуйста. Ага, о, еще уже новую книгу написал, вообще красавчик, так. Книга будет называться. Так, сейчас будет называться. Будет называться Деревня Даунов. Описание книги. Так, это. О, не, 99 плюс. Давайте говорите насчет моей книги. Еще один шедевр написал. Давай. Кого нам взимать? Надо забрать мою книгу. 2000 вот за книги получается вообще неплохо. Я такой, ааа, лёг спать, такая всё, отлично. Надо потом найти работу тоже. А тогда мне... Чтобы просто сразу найти работу. Ищи работу. Приключения. Спорт. Кремль. Политика. Куда я никогда в жизни тут не буду работать. Так. Кто идет? А, у него еще есть, да. У него еще есть денек один. Ах, сильно. Он будет счастлив. Сейчас его даже может повысить, даже будет Симоном над ним. Леопольд говорит. Выбился и меня, но я у меня тебя не приглашали, ты. Ну уходи, чувак, ну, пожалуйста. И вообще-то кровать есть. Дурачок. Так, отвечай. Давай! Ящик потом пролежу. Так. Плюс. Все равно в туалет надо, но он уже кто-то. Так.
еще одну книгу напишем с тобой. Так, сюжет будет таков. Квартира. Но это дождь, типа, наводняется, рыбы плывут, там вот. Рыбы там, типа, плавают, такие, там, заводнения, да, ну, это почти так. Ладно, короче, сделаем по-другому. Сделаем такой, едет поезд. Поезд заехал на корабль. На корабле оказалась божья коровка и слон. Так, картинку сделаем. Это вот этот, типа наркоманский фильм, наркоманская книга вообще. Так. Играть на барабанах. Не повысили, ладно. Обидно. Ладно, так уж быть, таля. Отпраздновать твой дню почёт. Там уже почти на... Сейчас тело такие голубенькие свечи. Давай, задуй, задуй, так уж быть, чё-то. Мы все придём постоять, давай, приходи посмотреть, чё-то. Красавчик. Наконец-то. Давай, молодец, молодец, молодец. А, починить, уже сломался, нормально. Для всех. Блять. Никому не надо разговаривать. А, не надо, просто пожми. Еще раз пожми. Ну еще раз покушать. Значит, еще хочет. О, ты еще можешь раз пить. Жри тот, жри, давай. Сыталя, еще сожги разок. Еще разок сожги, ничего. Давай, сыталя. Неплохо, старички стали все. Типа военные старики, такие твердые. Вот одинаковые рубашки вообще. Так, ладно. Посмотри. А еще наполни миску коту. А то не знаю, как он там уже живет. Через 18 дней, а этот через 15. Ни хрена, уже через 15 дней у него работы еще нет. Жестко, конечно. Давай, давай. Выключить. Получить деньги надо еще нанять. 300 все еще, бля. 300. Да, а вот тебя ставим, ты ключик. Нет, и типа. Да, надо. Значит, вперед, чтобы она была. Чтобы мог ставить, чтобы баллы ему давали. Хотя я же говорю, что говно собачье не было. Все, да, да, да. Конечно бы я лучше не от этой фигня занимался, а книги писал. Ну, почти похожие майки. Ну ладно, в принципе, могу быть поспать лучше. А ты лучше ты не перебились. Симонову скоро на работу. Можно его повысить вообще. Лучше, на самом деле. А ты, они вместе на работу даже пойдут. Космонавт. Космонавт. А, космонавт. А, космонавт. Так. А, это я искал работу или как? А, починить. Блин, ну и техника один, это страшно. Лучше пускай починить Симонов. Только херну сразу. Так, сейчас на работу. А, наш АО его нет работы. Так. Пустова. Найди работу. Так, угу. Не важно. Бежать просто, беги. А, ну ладно. Работал космонавтику. Красивый костюмчик, парень. Инструкция игр. Океанология. Шоу-бизнес. Кулинария. Я ничего не удивлен. Окей. Танцев просто не существует, их удалили из игры. Как так? Почему именно танцы, чувак? Ну почему? А как раз надо, чтобы не терялось этот вот. И дальше пиши. Пиши дальше. Он пописывает на работе. 15, он 15. Нормально. Преследование, звонок на базу. Да. Прям приобрел, видите? Я же против. Потому что было такое же у него. Ха-ха-ха.
Прикольно. Точно его нужно повесить. Не знаю границ. А, во. Получил. Вся теряющая пруд. Я. Да их усилили или как? Да, наверное, нет. Только Толяна. Старший царь, мне еще ему одну надо. Ладно, иди поспи. Он такой, нет, почему я не повысил, блин. Ура, вытас. Ну, фигово, не так сильно. Давай, пиши, пиши. Пиши. Палка, молца. Так. 14 дней до старости. Блин, ну фигово. Давай, потрачь. Книгу пишу. Вообще красавчик. Чё там? О, еще одну книгу. Название книги. Полная. Полная. Ахинея. Так. Так. Это жанр. Так. Все, сделал. Такой, ага. 3000 баксов, нормально. За одну книгу. Нормально. Давай, забери книгу. Да, забирай, да. Ну, блин. Приветствую. Здорово, чувак. Ладно. Пошел в жопу. Слышишь, что он сказал? Так, что ты говно делает? Используется этот объект персонажа с низким или средним уровнем успеха может привести нежелательный мощный эффект. А, это вот, я знаю, вам нужно встряхнуться, когда припятили электронный драйзер. Он создан на основе сверхъестественной мегатехнологии из никому неизвестных материалов. Лично мы смогли опознать только шпагат и липкую ленту, но вам и не... Ни к чему все эти подробности. Важно знать, что при каждом подходе к этому прибору вы обретаете новый импульс к действию. Действие электроэнерджайзера можно вызвать привыканием, так что устройство разрешено использование более 5 раз. Использование этого объекта персонажа с низким или средним уровнем успеха может привести к нежелательным мощным эффектам. Да. Там вроде когда, что было, да, очень офигенное, вот это вот прям платина, да, и когда у вас так повышаются эти вот... потребности очень офигенно. Я вам продемонстрирую, как надо купить эту фигню. Симным не пользуюсь, симным вообще. Лжец, вор и невежда. Так, нифига, мы сколько тут уже всего поставили. Ну, это обойти можно. Да, вот платину сделать так. Мы можем и сразу. Не менее чем за 5000. Так, за 5000 тоже, да? За 5000 что? Не минимум еще за 5000. Давай, приобретем. Вот стоит 5500, 5500, 5, 4500, блин, это так офигенно. Это нельзя сменить. Ладно. Я все время вот так вот делал. А. Не так вот, извините, не так вот делал. Ай, потянуть хочется, надо. Не важно. Так, там поставить сколько там времени. Так, уже почти надо заканчивать. Так. Ставим. Ставь. Вот. И так типа смотришь, что. О, да. Давай. Чук.
Во, получил. И тогда давайте воспользоваться встретить этим. Все, Драман. Все. Все исполнил. Это такая вот вещь. Угу. Ладно, посидим. Так. Типа про зиму. Зима. Привидения. Привидения пошли к космонавту. И он от спуга там сломал себе там попочку. И это будет книга для детей. Так. Ничего не сломалось так. Это Толян, да, приготовил. Так, что он хочет завести с внуками. Круто. Так, есть что? Нет, нету. Толян. А вернее, Симов, наверное, все приготовить. Ладно. Не мог ошибиться, сильнее длинное делать, да? Ты должна взять... А, он и готовил. Что у него нехорошо получается, надо еще раз попробовать. Прибраться, приготовить для всех. А, уже нету. Приготовить для всех. А, не есть, там еще другое. Приготовить для всех другое. Снедленный. Давай, снедленный. Сука, такой кот. А другая, сиденье на мебель. Соси член, тупой говнюк. Ладно, я пошутил. Не тупой говнюк. Обними на чё-то, на чё-то обижайся. Всё, давайте, где выезжать. Так, можно будет там найти работку. Иди кушай. На работу, наверное, даже надо, да? Переучить еду. Починить. А, ложка не будешь. Потом починишь. А, лучше иди поспи. Часок. А ты иди почини. Часок. Тоже ему все хреново. Угу. Молодец, молодец. Ага. Ему чё? А, ему чё-то пораньше надо. Теперь ему пора. Тачка даже не военная, хуя. Может, там танцы уже есть. Видите, как он вообще не погладает, не погладает. А, поцарапался, когда у них собачья. Играть сейчас. Играть сейчас. 17 стреляться на лоб. О, ну, всё. Я это экстрасенс, понимаете. Ладно, смотрится. Ага, название книги. Такой. Кто? Для моих малышек. Это же книга для детей. Жанр. Все, пишу. Разведка. Место. Охрана. Наука. Тусовка. Угу. Неплохо, да? Отвечаю. Да, он уже. Так, 3000 получил. Где надо узнать? Сзади дверь, да? Ну, молодцы, давай. Ну да, здорово. Обсудить детская книга Толян. Готовка с Толян. А почему? А, тут даже не подписано то, что. Так, повесели его. Да вот, генерал. Мы исполнили его уже мечту себе нового у него. Ведь его 10-5. Главное, у него теперь будет до конца жизни с ремнетой. А у него не будет, потому что у него вырастет вообще щенков репетитор.
Стоим, он развился до конца. Буду дальше потрачено. Так, старший офицер, обаяние, да. Спидовая. О, у меня уже 2 балла выгода нормально. Так, сладкая жизнь, давай вот это уже. Дарел, коробка, я тебя обожаю. Уже скоро будет стариком, пожалуй. Да, ну ладно, надо дать хоть. Ладно, не надо, два шанса ему. Им еще надо с ними работать. Работать, чтобы до конца своей карьеры. Все равно пусть она и не хочет. Так, ладно, мой пуск я починю. Починю, да. Почти ничего. Учится, а ты молодец, зал починил. Не участвуй ничего, просто взял и починил. И покушал, молодец. Сладкий хлебушек покушал. Убери остатки, говню. А, это просто они похожи, когда старые стали. Ну, для меня, по крайней мере. Ладно, ну, пока все хорошо. Да, пока все хорошо, может развивать мимику. Типа развивай мимику. Все, всему уже ничего не надо. Он генерал, может и хвастаться этим. Да, я генерал. Да ладно, да, пока я шку. Никаких спать, пока не подписываешь. Подписываешь. Брать. Видите, во. Полное отключение и беру конференция. Так, отлично. Так, найди работу. Найди себе работу. Так, технология. Шоу-бизнес. Должник. Подождите. Найди работу. Интересы, игры, технологии. Шоу-бизнес. Я думал, 2 раза бизнес. Да ладно. В принципе, вообще пофиг. Ладно, может тут где-то есть сделать самолетик. Вот тут может есть найти работу. Может танцы где-нибудь в газете есть. Армия, кулинария, технология, говно. Свежую газетку должны принести. Эти счета. 94 вообще могу обоссаться. Как лысый хер сидит. Заполни яму. Вообще. Или просто иди лучше искать вода. Может найдешь клад, а? Еще ищи дальше, короче, да. Ага, что-то не очень, да? Запомни, да, ты. Ищи клад там. Еще раз ищи клад. Нет, черт. Еще раз, так. Так, талян. О, полностью готов. Олег. Можешь теперь заполнять. Ищи клад. Да, ты чё, давай еще раз. А, теперь его. Ищи еще один раз клад. Наставь на шум самолёта. Ищи еще раз клад. Ну блин, только карту нашел. Одиночная вылазка. Вылазка отряда. Знаешь, вылазка отряда. О, 50 самолетов прекрасно. Это что, я ж не тупой, чтобы один ходить. Лучше пускай мои сдохнут люди, чем я, в чем. А, что-то заполнил, сразу. Давай, сценка, ты чё. Так, покушай. Сладкого хлеба, да, поешь. Так, он теперь
Что помощник командира? О, это вроде... А, хотя он же космонавт, там еще... Так. Нужно ему теперь силу прокачивать и еще что-то там. И еще технику на одну. Повторяется история. Давай, напомню миску. Офигенно ему, да. Типа ради ему-то радость еще не дает. Спасибо там. Типа радость, ура, повысит, повысит. Вот Симону это понравилось. Типа, да, я стал генералом. Нет, сучки, теремся мои. Ты можешь прокачать что-нибудь? Батарея сломалась, а у меня вообще мощно все. Есть, работа. Я генерал. Так, пора нам заканчивать. Мы закончим на этой тесной ноте. Всем пока. С вами был Игорь Рубка.